Досмотрев этот ролик до конца, вы поймете, что причина всех проблем у нас в голове. Учитель взял стакан с водой и спросил учеников. «Сколько, по-вашему, весит этот стакан?» «Примерно 200 граммов», — ответили ученики. «Как видите, весит он совсем немного», — сказал учитель и спросил. «Если я подержу этот стакан в течение нескольких минут?» «Почти ничего не будет», — ответили ученики. «А если я подержу его так в течение часа?» «Ваша рука устанет». «А если я подержу его несколько часов?» «У вас заболит рука». «Правильно. А если я таким образом продержу стакан целый день?» «Ваша рука онемеет и может даже парализовать руку». «Очень хорошо. Но изменился ли вес стакана?» «Нет», — был ответ учеников. «Тогда откуда появилась боль в руке?» «От длительного напряжения», — ответили ученики. «Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от боли?» «Опустить стакан», — последовал ответ. «В нашей жизни так же. Будете держать проблемы в голове несколько минут — это нормально. Но если будете думать о них часами, начнете испытывать боль». Если вы не следите за нашим каналом, вы, вероятно, больше никогда нас не увидите. Если подписаны, поздравляю, вы умственно растете каждый день.